Всем привет! Сегодня мы поиграем в Bed Wars. Заходим. Ой, и надо выключить двоечку. В какую мы карту зайдем? Давай. Вот такую. Farmland, вроде бы. Извините, это смс-ка. Игра начинается, сейчас будет. Нет, нам надо вот это. Ну ты иди. Я хочу. Мне надо 30 блоков. Вот так, туда же. Я сейчас получаю. Чё вы? Дойдите, пожалуйста. Ну, дойдите. Мне еще чуть-чуть. Все, я могу купить блоков. Купаем блоки. Стак блоков купили. А уже простроились. Правда, чуть-чуть. Я помогу. Так, чтобы только не упали. За гаражу. За гаражу так, чтобы не упали. Ладно, вот так как-то. Все, теперь не будем. Не будут нас стрелять хотя бы. Увидишь? А, это он разрушил, он теперь стреляет. Понятно. Ну, давай, давай, быстрее, падай, падай, мне опыт. Вот тут как-то опасно ходить. Угу. Как-то было опасно ходить. Спасибо. Так, вот так. У нас же кровать недостроена. Сейчас я быстро, быстро, быстро. У меня блоков не хватило. Так, тут есть немножко, я хотя бы паутинку куплю. Три хотя бы. Три, из так блоков. Немножко себе нафармили. Все, у меня больше нет этой паутины. Чуть-чуть обстраиваю. Все. Мы уравняли там все. Вот, все, спасибо. И вот тут чуть-чуть уравняем. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Уравнять все, да? Она хочет его как-то уплотнить.
Ну, понятно. Два. Ладно, у меня, в принципе, не так много было. Меня, в принципе, не так много было. Давай. Так. Так, ну, в принципе, все. Ну, давайте. Сейчас я куплю что-то. Для атаки купим палочку. Вещи сейчас оденем. Так, уже тебя купим немножко еды. Зелек у нас не хватает. Кирки. Вот кирку там надо. Вот такую какую-то. Так, что-то прикупим. У нас оружие все есть. В принципе, у нас нет этой. Нету этой. Как его называется? Лука. Желтый бежит, желтый, желтый бежит. Бежат, 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 бежат. Огражаемся, огражаемся. Ничего, что у меня прорисовка не стоит только на два чанка. Вот, вот так она хочет, ладно. Пускай. Огражаемся, огражаемся. В принципе, чтобы не упали там. Ой, я залезли. Ладно. Все, мы не упадем. Вот так, в принципе, хай будет. А, она выше его хочет построить. Ну ладно, строй выше, а я пойду пока заберу. Так, я пойду пока это заберу. Не, на лук не хватает, на лук надо 500. Ты там стройся, я пойду пока вот это еще заберу. Извините, опять сообщение. Не обращайте внимания. Ладно, сейчас будет атака, сейчас будет атака. Давай, последний. Сейчас закупимся. Давай, сейчас еще одну заберу, чтобы на всякий случай. Там у нас атака идет. Ему такая сильная атака у нас там. Мне еще блоков не хватило. Там забрать, забрать, забрать. Давай последний. Я пошел покупать лук. Все, я пошел покупать себе стак блоков. И тут еще заберу. Лук офигенский. 500, потому что еще стрела. И блоков. 500. Лук стоит 450. И стрела еще 50. Опыта стоит. Сейчас мы тут достроим. Ну так, в принципе. Сейчас теперь иду стреляться. Я так эффективно все.
попасть не могу. А сейчас убьют, 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 убьют. Фух, я хоть куда-то. Не могу реально. Столкнут, будет обидно. Ну, хоть туда, хоть вот так есть что-то спрятаться. Вроде бы я ее столкнул. Да! Нет, у меня тут печалька, печалька. А-а-а, убили! Жалко. Кто там нас бьет? Я так все долго закупал. Короче, пойдем в атаку какую-то хоть. Голд, 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 голд. Шестьсот десять ничего себе. Накопился как. Ну так скоро центр захватит. Самое главное это лук купить. Палка у меня есть, так. Бронька на какую хватит? А, жалко, чуть-чуть не хватило. О, все, хватит, хватит, хватит. На вторую хотя бы хватит. Круто, пошли в атаку опять. О, господи. Я не могу никак. Я прыгаю для того, чтобы... А! Офигеть. Бля. А! Не могу, если меня сейчас... Да что тут так жестко? Там голды. Жалко. Ну там реально были голды. Атака, атака, атака. Ну сведи меня. Я хоть что-то забрал. Это равняется одному голду я забрал.
Ака. Опять 600. Дойдет. Покупаем еще броньку. Вот такую стак блока. Не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Капельку, все. Палочка. Надеваем броньку. Так, все, переложились быстрее. Я там что могу, забираю. Я там кого-то, по-моему... Ваша кровать сломана! Ладно, забирай. Не, ну не надо пока. Ну, зараза. Ну, а на этом будем заканчивать. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте вот такие лайки. С вами был Алексей Мухин. Всем пока-пока-пока.